А в направлении разработки материалов все-таки ключевым направлением является разработка, собственно, материалов. А в нем есть два поднаправления. Одно направление – это разработка материалов, и плюс еще второе направление – это разработка новых технологий, включая аддитивные. Но еще раз делаю упор все-таки на том, что это именно разработка материалов для энергопроектов, прежде всего атомной энергетики. Второе направление – это экстремальное состояние вещества, где мы понимаем, что любой материал состоит из атомов, которые друг с другом взаимодействуют энергетически, и, соответственно, вот исследование энергетического взаимодействия материалов с внешними условиями, а экстремальное состояние – это как раз стресс-тест для материалов, это является вот такой задачей важной, и поэтому проект по экстремальному состоянию является частью проекта по материалам. И третье – это вот действительно сверхтяжелые изотопы. Это поиск уже новых совершенно материалов. В таблице Менделеева мы знаем, что здесь главным потом исполнителем является уже дубна. Это разработка технологий, которые позволят получить 119 и 120 элемент в конечном итоге. Поэтому такие три направления и материалы, которые будут нужны уже в 30-40 году. Выбраны, например, базовые составы систем для быстрых реакторов. То есть вот направление прорыв и так называемая двухкомпонентная атомная энергетика, для них выбраны базовые составы, по ним мы довольно быстро движемся, начаты уже практические проработки и аттестация материалов, которые мы собираемся сделать сейчас на уровне испытаний, но к 2023-2024 году такие материалы уже могут быть заложены в проекты БН-1200, БР-1200 и жидкосолевые реакторы. Тоже составная часть проекта материалов, ну, потому что считается, что главной проблемой жидкосолевого реактора это взаимодействие вот этих расплавленных солей, очень агрессивных, с конструкционными материалами, и это является, ну, такой сложной задачей. Здесь, кстати, мы тоже очень сильно продвинулись. На самом деле, на текущий момент у нас уже есть ряд материалов, которые демонстрируют весьма удовлетворительную, то есть ниже 30 микрон разрушение от коррозии в течение года. Соответственно, это уже позволяет конструировать совершенно разумно и не ограничивая себя. В части технологий мы тоже разработали очень важную вещь под названием система управления принтерами, причем всеми. Мы это сделали на примере так называемой технологии лазерного селективного сплавления, но при этом эта система, когда мы за счет обратной связи контролируем критические параметры собственной технологии, которые управляют качеством получаемого изделия, и причем все это сделано на основе и отраслевых разработок, это, ну, кооперация здесь есть, конечно, и ИОК, это есть и научный блок, и есть дивизионы наши промышленные, ну, промышленные, например, Атомэнергомаш. Значит, вот совместными усилиями сделана такая система и показана ее возможность ее практического применения. То есть управлять принтером с обратной связью. По материалам. Конечно, еще раз говорю, самое важное это, чтобы мы, на основании той методики получения разработки новых материалов, которая включает в себя цифровое моделирование. Обязательно. Это так называемое цифровое материаловедение, которое позволяет сразу в актив исследований взять не там, единичный набор материалов, там, перспективных или кандидатных, а взять сразу несколько десятков или сотен возможных составов. Проведя моделирование, из них можно выбрать
теперь уже десятки составов, которые кажутся наиболее перспективными. Затем, пройдя через систему вот так называемого быстрого имитационного моделирования, мы можем выбрать уже в пределах десятки таких кандидатных составов и проводить с ними уже полноценный цикл испытаний. И далее вот это нам и позволяет для таких проектов, как и развитие технологии ВВР, ВВРС и ВВРСКД, то есть вплоть до сверхкритического давления, выбрать материалы. Второе направление – это быстрое направление, вторая составная часть вот, двухкомпонентной атомной энергетики. Это и направление БНовского реактора на натрии, и направление вот, свинцовое, которое связано прежде всего с ограничениями в конструкционных материалах для топлива. Поэтому здесь два направления. Одно так называемое металлическое, классическое, когда оболочки из металла. А второе направление – это, так скажем, совершенно новое. Это керамические оболочки из карбида кремния. Главный исполнитель здесь в НИНМ, но в кооперации. Мы занимаемся и разработкой, так скажем, составов, собственно, карбида кремния, который бы обеспечил требуемые характеристики. И самое главное, чтобы это обеспечило возможность твелов быть не просто прочными, но и упругими, и сопротивляться хрупкому разрушению. Ну и, собственно, металлическое направление – это действительно подъем температуры выше 700 градусов. И вторая вещь – это обеспечить степень выгорания, то есть обеспечить возможность службы там, до предельного уровня нейтронного потока, там более 150 сна. 22-й год, он, так скажем, является в этом смысле очень важным, потому что мы сейчас должны получить максимальный объем результатов, который уже дальше будет отрабатываться, ну, так скажем, уже в значительной мере рутинно. То есть мы на сегодняшний момент получим те ключевые результаты по всем направлениям, которые затем уже будем отрабатывать в технологическом таком режиме. Очень важно здесь, что, например, кроме собственно состава материала, мы можем теми методиками, которые разрабатываем, понять, какие особенности технологического процесса влияют на конечные свойства. Мы можем сразу сказать, какие ключевые элементы технологии изготовления являются наиболее значимыми, и тоже их в рамках федерального проекта поставить как ключевые реперы, задавать технические условия и технические задания заводам-изготовителям. Не сказал про жидкосолевой реактор. Значит, конечно, мы сейчас в жидкосолевом реакторе переходим к стадии уже проектирования, конструирования, этим занимается НИКИЭТ. Мы должны подготовить все материалы и получить разрешение на строительство исследовательского жидкосолевого реактора, предположительно в горно-химическом комбинате. Для этого нужно провести обоснование всех компонентов. Соответственно, это и подготовка топливной соли, и это, собственно, реакторная установка, и в дальнейшем цикличность, то есть замыкание по солям, по высокоактивным отходам, которые получаются в результате реализации этой технологии. И вот эти три компоненты в рамках нашего проекта исследуются. Пока еще не проводятся прямые исследования с присутствием там минорных актинидов, у которых очень высокая активность, и, собственно, топливных добавок, а делалось это все на имитаторах. А в этом году мы уже начинаем исследования с радиоактивными компонентами топливной соли. Ну и таким образом получим, по крайней мере, для России точно первые данные. А во многом и в мире мы получим первые данные по поведению взаимодействию конструкционных материалов с этими топливными солями впервые. Та дорожная карта, которая у нас есть, позволит в 2024 году нам получить те необходимую информацию для начала уже проектирования и, соответственно, возведения экспериментальной исследовательской установки жидкосолевой.
по экстремальному состоянию. Это исследования, которые ведутся в нашем Тринити, в институте, но в кооперации, конечно, с федеральными ядерными центрами нашими и с Академией наук. Потому что это, с одной стороны, это вот особенно это взаимодействие с федеральными ядерными центрами, это так называемое получение уравнения состояния вещества, которое позволяет затем вот проектировать поведение элементов, которые должны точно быть аттестованы, и для этого им нужны первичные данные. Вот эти первичные данные формируются путем проведения вот чисто научных экспериментов по тому, как себя ведут вполне обычные материалы, там и аустенитные стали, и ферритомартенситные стали, но и в том числе и керамические материалы ведут себя просто при сверхвысоких давлениях и сверхвысоких температурах. Какие газы при этом выделяются и так далее. Второе направление – это связано с водородом, потому что, опять же, мы знаем, что водород является не только полезным компонентом там, топлива или энергоносителя, но в ряде случаев, когда он выделяется, так скажем, не вполне предсказуемо, он может приводить к взрывам. И здесь то же самое. Очень важно понимать, как себя могут вести материалы, с одной стороны, в присутствии вот возможности такого возгорания водорода взрывообразного. И второй момент – это разработка материалов, которые являются так называемыми катализаторами, которые поглощают водород и, собственно, не дают образоваться вот этой опасной смеси водородовоздушной с тем, чтобы такого взрыва не произошло. Ну и то, что касается направления, связанного с сверхтяжелыми изотопами, это мы ведем последовательную наработку. Здесь три, собственно, основных участника. Значит, это НИАР, который нарабатывает нужное количество кюрия для изготовления мишеней. Значит, это ВНИЭФ, который занимается разработкой, собственно, оборудования и тоже нарабатывает еще необходимые компоненты, там, кальций для последующей всей интеграции уже в дубне. И вот к нужному моменту времени нам просто нужно наработать нужное количество, с одной стороны, кюрия, с другой стороны, кальция, и все это вместе с оборудованием, которое тоже делает ВНИЭФ, расположить в дубне.